Раз, два, три. Ух ты, вы такие живые. Супер. Здравствуйте, меня зовут Олег, я из города Полтава, мне 23 года. Читаю рэп. Рэп. Ну вот у нас есть в жюри некоторые товарищи, которые не очень любят рэп. Я, конечно, не имею в виду себя. Я рэп с детства ненавижу. Сегодня попробуем петь. Вот. А петь что будете? Трек «Я люблю тебя до слез», Александр Серов. Не знаю, идет рэперу такая песня, нет? Читай рэп! Можно, да, начинать? Ну, давайте попробуем. Пойте. Поехали. Так, нервничаю вообще. Подними глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. Жизни до тебя я так счастлив не был, для тебя одной их так любишь ты. Эти белые цветы, я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз, вместо лжи красивых нас. Это облако из роз. Можно вас на танец пригласить медленный? Лепестками белых роз наши ложи застелю. Я люблю тебя до слез. Без ума люблю. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз. Вместо лжи красивых фраз. Ти мене не здивував, ти не репер, ти мене обдурив. Який ти репер? Ти співак. І це правда, що ти був боксером колись? Ну, займався. Займався. Ну, бачу, у нас яка тенденція. У нас перемагають лише боксери, так що в тебе є шанси виграти. Олег. Я не знаю, как там у вас с рэпом было. Так и він рэпер. Прокидается. Но как по мне, то все получилось. Спасибо большое. Мне кажется, ты в нашем шоу зайдешь
дальше, чем Артем Блоев. Спасибо, Артем, мой хороший друг. Спасибо. Коллеги, мне кажется, находятся в шоке от всего увиденного и услышанного. И это неудивительно, Олег, потому что у меня у самого дух захватило во время вашего выступления. Это удивительно было, сильно, ярко. Вы фантастический артист, вы готовый артист. Спасибо большое. Мощь такая от вас идет, что сметает все на своем пути. Спасибо большое. Голосуй. Все было классно. Кращого виступу в Харкові ще не було. Спасибі. Від мене так. Величезно, величезно так. Серега. Інтересна історія. Да. Спасибо. Я очень рада, что вы к нам пришли. И я бы очень хотела, чтобы вы никуда далеко не уходили. Да! Браво! Я кричу вам «Браво!» Спасибо большое. Говорю вам только «Да!» Боже, скорая. Четыре! Скорую в студию! Спасибо большое. У вас четыре «Да», Олег. Мені здається, вони знайшли, що шукали у Харкові. Вони хотіли фейерверк, вони його отримали. Куди уходити? Туди. В лагеря. Спасибо, чесно, огромне. Хоч одного обратили в другу віру. Ой, невероятно, невероятно. Я не верю, я просто... Это снится. Я заснул там, когда все, я сейчас заплачу. Алиш. Да. Ты вообще, я видела, что ты вообще стоял, практически уже плакал на сцене. Да ну так растрогали меня, честно, особенно соседов, когда начал говорить. Я не знаю, не ожидал. Вообще они классные все. В любом случае, что бы они ни сказали, они классные. Я просто не ожидал, я вообще не верил в это, честно.